Привет, друзья, с вами Маракаси. Срочные новости. Забери халяву. Она, в общем-то, долго не продержится и скоро, в общем-то, закончится. Поэтому, если ты не забрал ее раньше или, в общем-то, вообще о ней не слышал, то ты можешь просто ее потерять. Ну а для начала спонсор видео, сайт водки.ру. На данном сайте ты можешь выиграть золото в виде 5000. Совершенно бесплатно проводится ежедневно розыгрыш. Также из кейса стоимостью 100 рублей можно выиграть премиум танк или гору золота. Переходи по ссылке в описании и используй промокод со скидкой. Итак, ребята, в прошлом видео выигрывает вот такой вот зритель. Если ты тоже хочешь выиграть, ставь лайк и подпишись на канал. Также не забудь в комментарии указать ссылку на свой профиль ВКонтакте. И начнем мы с первой новости. На европейском сервере начал продаваться ЛТ-132. Ну, это тот, в общем-то, советский ЛТ, который похож на Т-100 ЛТ. Сколько слова ЛТ я сказал. Ну, в общем-то, смысл в том, что если на европейском сервере его включили в продажу, то очень скоро он появится и у нас, потому что обычно так и бывает. Сначала на европейский сервер танк выходит, а потом постепенно через некоторое время, обычно через недельку, выходит он и у нас. Так что если вы ждали этот танк, то, я думаю, вам осталось ждать недолго. Хотя лично я не считаю этот танк прям каким-то супер имбовым. Ну и что же за предложение? Собственно, называется это халява Twitch Prime. Если вы о ней слышали, то, в общем-то, я вас поздравляю. Возможно, вы воспользовались халявой. Хотя, возможно, вы, подумали и решили пока что отложить в долгий ящик. Ну так вот, время идет, остается там 19 дней, это вот в скрине. А так уже меньше дней остается, где-то в конце месяца, ноября, это все закончится. И уже такой халявы не будет. А халява действительно очень офигенная, скажу я вам. Дают девушку-танкистку уникальную с тремя сразу перками, абсолютно бесплатно. Также даются 4 танка в аренду. Среди них, например, Heavy Tank номер 6, Eagle 7, Лёва и также Samurai SME. Также бесплатно навсегда дадут Валентайн, и в случае, если вы выполните простую ЛБЗ, дадут еще и Черчилль 5 уровня, который тоже будет навсегда. А также другую халяву в виде 2 дней премиум аккаунта. Возможно, вы уже слышали об этом, потому что, ну, очень сильно это распространено было по всем каналам ютубовским, по танкам. И, возможно, вы об этом слышали. Но также я думаю, что и многие мои зрители не осведомлены о такой халяве и еще не решились на нее. У многих не получается, действительно. И тут, на самом деле, причин очень много. Я совершенно согласен, что Twitch, он какой-то лаганутый. Я сам не с первого раза там сделал все, только с пятой попытки, и то с какими-то страшными лагами, то, ну, может быть, мне в какой-то степени повезло. Но моя инструкция есть на канале, можете попробовать ей воспользоваться. Также сейчас вы можете поучаствовать в бета-тесте новых авианосцев. Это в кораблях. Собственно, для этого нужно перейти, в общем-то, на официальный сайт кораблей и там нажать кнопочку, что вы будете участвовать. Иначе вы пропустите, собственно, этот тест. Ну, наверное, вы спросите, зачем вообще тестировать корабли, если я играю в танки. Но дело в том, что дают там потом премиум аккаунт, который можно применить в танках. Также другой тест, это не тот, который, в общем-то, нужно кликать. Тут просто скачиваешь и играешь. Собственно, до 12 ноября все это продлится, то есть скоро уже закончится. Можно получить день премиум аккаунта тоже бесплатно, выполнив простые условия. Ну, что вполне неплохо. Если вы давно ждали ветку ЛТ Шеридан по скидке, то я вас поздравляю. Собственно, совсем скоро будет скидка на эту ветку. Шеридан будет продаваться по скидке 30%, что весьма неплохо. Я лично куплю этот танк чисто для коллекции. Не вижу прям какого-то гигантского смысла в нем. Он не имба какая-то. Но в целом ветка, ну, интересная. Там есть Т-49, очень даже любопытный танк, и другие не менее
интересные экземпляры. Впрочем, качать эту ветку или нет, конечно же, решаете только вы. Ну и халява, о которой я уже упоминал, но все-таки еще раз расскажу, потому что, ну, может быть, кто-то и слышал, а может быть, кто-то и нет. Собственно, в понедельник начнется новая акция, где можно выполнять три простые ЛБЗ, по сути, просто наигрывать бои, и тебе будут давать за это боны и серебро. Например, вот за вторую боевую задачу 50 бон и 50 тысяч серебра. Много ли это? Ну, конечно, нет. В общем, выполнив все три боевые задачи, можно получить 175 бон и 175 тысяч серебра. Ну и какое-то время эта акция продлится, пока еще в наличии серебро и боны, пока их не разобрали. Ну, я думаю, дней 5 максимум. Ну, в целом, ну, так неплохая халява, не особо там супер крутая, но временно сойдет, скажем так, дополнительная прибавка к бонам и к серебру лишней не будет. Также все мы, конечно, ждем ранговые бои и новый режим, который должен стартовать тоже 12 ноября, то есть в понедельник. Новый режим на восьмерках, но я о нем много говорил. А на этом я с вами прощаюсь, желаю вам удачи, пока!